Есть указания какие-то, чтобы сейчас сделать? Указаний да, нету. Указания. Иди патрулируй город, выполняй свои должностные обязанности. Так, да, окей, я получил что задание. Приветствую. Дай сколько книжок на машине? Что-что? Дай сколько книжок на машине? Блин, да у меня у самого нет, я сейчас 100 тысяч в лотерее просрал. Ладно. Ладно. Остановись! Выходи из машины! К стене! К стене раз! К стене два! Долбоеба нахуй! Гражданский ушел отсюда! Гражданский документы! Документы! Что случилось? Ты чё, блядь, играешь? На винде XP? Тихо! Закрой этот ротик. С какого хуя закрой ротик? Если вы спросили, что случилось, тихо, я отвечаю, тихо. Что случилось. Закрой ебало. Да я не тебя спрашиваю. Прошу. Я сейчас тебя заткну. Что ты сделаешь? Поверь, плохое. Поверь, плохое. А ты больше ничего все, хорошего и не делаешь. Все, накажешь. Так, Иша, хотел наручники так, надеть. Товарищ ДПС. Вызовите. Он по встречке хуярил, я за ним погнался. Вызовите. Потом сюда, он все вокруг таранить начал. Или лидер, или СК сюда вызвать. А, это... Это ОМОНовец. Подожди, убери. Отойди. Отойдите. Ты что творишь-то? Не надо, я сам. Ты с нашего угла. Ну ты понимаешь, что так можно из клана вылететь, из банды. У тебя еще все равно, что ли? Я не вижу. Ладно. А где что у нас, дружище, сидишь-то? Чё ты меня тэпнул просто так? У вас нарушено правило NRP-драйв. А ты почему свою жалобу разбираешь? А. Это не моя жалоба, я заметил ваше нарушение. Ну почему ты меня... Где? Вы ездили на машине, непонятно зачем нарушали правила ПДД на постоянной основе. Это было во второй ситуации. В первой ситуации вы за ОМОН неадекватно себя вели, разъезжая по городу, нарушая правила ПДД. Ну так этим гаишники могли это... И все, просто на встречку уехали. Вы нарушили два правила, НРП и НРП драйв. А НРП где? Вы неадекватно себя вели на профессии ОМОН. Кого? Вы неадекватно себя вели на профессии ОМОН. Ну ты сейчас берешь свою жалобу, разбираешь. Это не моя жалоба, я не подавал ее. Так ты взял за админа, зашел и меня тэпаешь. Имею право, потому что я увидел нарушение, не могу его игнорировать. Так ты не глобал? Глобал я или нет, не имеет значения. Я должен реагировать на нарушения игроков. Если бы кто-то жалобу подал, то окей, жалобу никто не подавал. Это не имеет значения, это не обязательно. Я могу увидеть нарушение и разобраться с ним. Блять, выруби войсмотр, нихуя не понимаю, что ты толком говоришь. Ведите себя, пожалуйста, адекватнее. Ну а как, если я ничего не понимаю, что ты говоришь? Я сказал как, адекватнее. Итого у вас выходит 1.5 часа джайла. За нарушение правил НРП и НРП драйв. Всего доброго. Уху, погнали. Задавить человека. Добрый день, выйдите из машины, пожалуйста. Что случилось? Неадекватно себя ведете за рулем. Встаньте, пожалуйста, лицом к стене, я вас осмотрю. Проще простого. Добрый день, у вас нарушено правило ФИР-РП и НОН-РП. Да поебать мне.
Хорошо. Смешной челик какой-то. Я опять возвращаюсь в этот ёбаный, блядь, отдел полиции. Да сколько можно? Не, я, конечно, могу летать. Но это будет очень неправильно. Это будет нарушением правил. Как только я, сука, туда не пойду, постоянно какая-то хуйня происходит. Заколдованный просто, блядь, какой-то район, где постоянно хочется нарушать правила. Но не мне. Пока я патрулировал город, в один момент подъехала черная машина, и из нее вышли два человека. Казалось бы, ничего такого, но они хотели приобрести лицензию и очень сильно хотели это сделать, да так, что просили меня, обычного офицера полиции, который таких прав не имеет, продать им лицуху подпольно. Мои подозрения подтвердились, когда он достал возле банка совсем не то, что на самом деле хотел, а именно пистолет. Я решил их обыскать, и вот смотрите, что произошло дальше. Здравствуйте. Почему тут автобус стоит? Не знаю, я не водитель автобуса. Ну ладно. А можете лицензию выдать? Ой, я не занимаюсь выдачей лицензии. Вы можете сотрудник лицензию выдать? Нет, у меня не то звание, не те полномочия, чтобы выдавать лицензии. Вы можете выдать лицензию. Подайте, пожалуйста, но вам заплатят мне просто лицензию. Я не имею полномочий выдавать лицензии. Ну ладно, спасибо. Ой. Оружие уберите, пожалуйста, к стене встаньте. К стене. Вы с ним? К стене встаньте, пожалуйста. А, нет. Ладно. Да тихо. Бери, 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 бери быстрее. Остановитесь. Остановись, раз, два. Кто бы мог подумать в тот момент, что именно это нарушение ФРРП приведет к еще большему количеству нарушений правил, которые доведут до огромного срока бана. Конечно, никто, потому что главная особенность Даркерпешера именно в том, что думать они не умеют, либо думают после того, как что-то сделают. Объясняю, в чем смысл мува убегать от полицейского именно туда. Там не общественное место, и туда может спокойно приехать его друг, который попытается его защитить. Да, ай, больно. Не подчинение. Всего и шер. Не подчинение. За что? Хорошо. После этого я начал заниматься поисками машины, на которой меня хотели задавить. Примерные очертания, а также внешний ее вид я запомнил, поэтому вычислить из потока остальных тачек не составит особого труда. Но поскольку я самый вежливый сегодня администратор, а также госсотрудник, мне запрещено открыто провоцировать или же оскорблять каких-либо граждан этого города. На наглядном примере я покажу, чем это чревато быть слишком адекватным в DarkRP. Ты делаешь что? Адекватнее себя веди, отойдите от машины. Что вообще? Отойдите от машины. Зачем? Не хотим. Ты кто нам что указывает, что? Бейте его, бейте! Стене. Ты чего сотрудника полиции? Стене. Да. А вы что ты делаешь? В стене встань. Окей. Но ты же мог дальше за ним пробежать, возможно, даже арестовать его или же подстрелить. Ну, конечно же, мог, но также меня могли бы они все бахнуть, потому что они все вместе играют. И после этого заработают для меня правила НЛР. Я их не буду помнить, не знать ничего. То есть больше нарушений с них я особо вытянуть не смогу. А что у нас есть на данный момент? У каждого из микробандитов по ФРРП, потому что я им с оружием в руках приказывал отойти от машины, на что они решили просто проигнорить. Ты неадекватный. Вы следите за меня. Там с оружием, там с оружием, там с оружием, иллюзия.
Чё? Не, я туда не пойду, меня ж бахнут. От кого я задамажил? Вот он. Спасибо. Ты чё делаешь? Зачем ты его связал? По какой причине ты его связал? Это не я его связал. По какой-то причине его связал, полицейский? Отпустил его? Ты по какой причине его связал? Я не буду ему отвечать. Идёт куда-то нельзя. Вы будете арестованы по причине неподчинения требованию госсотрудника. Зная правила криминалобуза на этом серваке и то, как ведет себя микробандит, в ситуации, которая ему совершенно не нравится, можно предугадать, какое правило он нарушит. Конечно же, какой же из тебя будет микробандит, если ты в самом центре города, когда твоего друга вяжет плохой дядя полицейский, не достал дробовик и не расстрелял его нахер? Правильно, никакой, да и других микробандитов мы с вами, ребята, не знаем на ДРКРП, поэтому довольствуемся тем, что имеем. У того микробандита, что посветлее, новое нарушение, а именно криминалобуз. Оно запрещает действовать криминальным образом, ну в таком вот тоне, доставать дробовик и расстреливать кого-то в таких вот охраняемых по РП местах, общественных, грубо говоря. Исключения могут быть какие-то бытовые конфликты, но два торгаша что-то не поделили, начинают друг с другом ругаться, ну максимум. Что делаешь? Давай, Муша. Блядь! Писал говно. Угу. Ладно, тогда что на этих двух это? Обойдем. Хотя, стоп, каких двух, ребят, вы чё? А, Бриггер, у меня тебя очень важный вопрос, вот. Интересно, да? Я сейчас занят, я хочу выдать человеку наказание. Пока что, подождите, ребят. Тэпнись потом ко мне, или я тебя тэпну. Ну и конечно же, как порядочный администратор, чтобы не прерывать возможные РП-процессы, я проверяю через Spectate, не занят ли чем-то важным этот игрок. Чем он занят, вы можете сами посмотреть на экране. Здравствуйте. У вас нарушено правило криминалобуз. Какой криминалобуз? Криминалобуз, у вас правило нарушено. Вы почему мне без разрешения тэпаете? Вы стояли на вокзале. Нет, вы почему у меня тэпаете, не понимаю. Понятно. Вы стояли... О, админ. А, не уходите, пожалуйста. Ой. А, смотрите. Не уходите, пожалуйста, впредь, когда я с вами разговариваю. Вы нарушили правила. Он меня просто так телепортировал, просто... У вас нарушены правила, я пытаюсь вам объяснить ваши нарушения, и вы не хотите со мной беседовать, это неадекватно с вашей стороны. Пожалуйста, ведите себя адекватнее. Вы зачем? Я не понимаю. Послушайте меня и ведите себя более адекватно, чем сейчас. Эй, стой. Сейчас проверим демку. Там ли он был, когда я угрожал оружием? Без моего согласия, просто тэпай от меня. Гений. Отойдите от машины. У вас нарушены правила ФИР-РП и криминалобуз. Какой ФИР-РП? Вам вооруженный госсотрудник приказывал отойти от машины, которую он пытался протаранить. В смысле? В прямом. Вы подошли к госсотруднику, видите? Который хотел обыскать машину на предмет как раз-таки нарушителя законов. И вас попросили смотрите, несколько раз с оружием просто... в руках и отойти. Вы не послушались, вы сказали нет. После чего, у когда... У него оружия в руках не было. А зачем вы обманываете? Смотрите, когда я подошел с... Я задал другой вопрос, зачем вы сейчас просто... обманываете? Ой, даже выслушать просто не можешь. Я задал другой вопрос, зачем вы обманываете? Говоря, что у него не было оружия. Ты даже выслушать меня не можешь. Выслушать не можешь. Ответите на вопрос, почему вы обманываете? Я послушаю с удовольствием. Вот когда вы слушаете, тогда и скажу, что я якобы обманываю. Вы меня выслушаете? Ой, боже. Вот эту часть дорожки я не заглушал, он просто стоит молча и ничего не говорит. Меньше, чем у меня жалоба. Понятно, вы тянете время. Ты просто даже выслушать не хочешь. Так вы молчите, стоите, что мне слушать? Смотри, а вот этот админ, он, не знаю, может он нарушил что-то. Короче, смотри. На его снятие. У него снятие, его снимут? Ну, куда
Уходите, Утесняйте. Я прекрасно понимаю. Не уходите, пожалуйста. Тебя сниму. Не уходите, пожалуйста, вас с места снимут. Проведения жалобы. У вас снять идет. У вас нарушено новое правило 7.3. Игнорирование администрации и игнор ее вопросов. Смотрите, админ, помоги, админ. Я тогда вас зафрижу, чтобы вы себя более-менее сдержанно пытались вести. Он просто так тэпнул меня. Помоги, админ. Он просто так меня тэпнул. Добрый день. Он даже выслушать меня не хочет. А дело в том, чтобы вы понимали, человек нарушил ФИР-РП, он игнорировал приказы полицейского, это во-первых. Во-вторых, он достал оружие на вооруженного полицейского прямо в общественном месте возле площади, где статуя стоит, монумент Ленину, это второе. Он меня и нарушил криминалабу с этим действием. Я тэпнул его, чтобы побеседовать с ним. Он попытался меня обмануть, сказав, что в первом случае у госсотрудника не было оружия, но оказывается, оно есть, судя по демке. Вот. Я хотел задать ему вопрос, то есть, зачем он пытается обмануть? Он не отвечает на мои вопросы и глупо как-то игнорирует их и отмазывается тем, что я не даю ему ничего сказать. Хотя я молчал, грубо говоря, целую минуту, этого было вполне достаточно, чтобы выговориться. Но оказалось, что вы тянете время, чтобы позвать администратора и пожаловаться на меня, хотя можно было бы побеседовать со мной. Ну, смотри, админ, у меня просто... Без объяснений, просто взял и тэпнул. А вдруг у меня РП-процесс? Просто взял и тэпнул. А какой РП-процесс у вас был, когда вы стояли на вокзале и писали через слэш-ми кинул Зигу? Был бы РП-процесс. Какой у вас был РП-процесс тогда, когда тэпнул. Вы писали слэш-ми кинул Первый Зигу? Первый тэпнул без разрешения. Дальше, давайте я... Ну, в общем, диагноз налицо. Человек стоит на вокзале, пишет через слэш-ми кинул Зигу, и это считается РП-процессом. Зачем пытаешься обманывать? Я не говорю, что я был на РП-процессе. А зачем тогда вот эти глупые «если бы», если я проверил до того, как тебя тэпать? Админ, разморозь, я объясню. Просто объясню. Ты уже более чем объяснил. У тебя 7.3, криминал абуз, ФИР-РП. Мне сказали, что у него этот снять идет, его сниму с админки. Ну, я бы словам умалишенных особо не верил. Мне другой человек сказал, у тебя снять идет. Также у вас нарушение 7.4, культурная коммуникация. Какая культура? Ой, даже просто разморочь меня, я объясню всю ситуацию. Я не заткнул вам рот, вы можете так же говорить. Если я разморожу, вы будете бегать, как резаная свинья по админбазе. Мне это не нужно. Слышь, нахер иди, что ты обзываешь? Я не обзываю, я просто привел сравнение, которое достаточно хорошо подходит сюда. Зачем вы говорите, чтобы я шел нахер? Зачем ты меня обзываешь? Я не обзывал вас, я просто привел сравнение, которое хорошо подходит сюда. Ты мне разморозь меня. Я не хочу, чтобы вы бегали по админбазе, неадекватно себя вели. Я не бегаю по админбазе, разморозь меня. Естественно, когда вы не бегаете по админбазе, потому что я на это повлиял. Когда разморозишь, тогда и всю ситуацию объясню. Ну вот и подтверждение вашего нарушения правила 7.3. Да чего же тупой народ бывает на Dark RP? Вместо того, чтобы орать, что вот меня ждет снятие такого вот негодяя админа, то что я его просто так, видите ли, заморозил, то что он, видите ли, ничего такого не сделал, чтобы его зафризили и потом с него тихо рофлили. Можно же было просто спокойно объяснить свое видение ситуации. Да, оно будет не совсем правдивым, возможно, он все равно окажется неправым в ней. Но мог бы хотя бы попытаться, но вместо этого он вот так вот тратит свое время. А что ж за правило такое волшебное под названием 7.3? Это правило запрещает вам игнорировать какие-то вопросы администратора на жалобе касаемо ситуации, в которой вы как раз таки принимали какое-то участие. Откуда оно у него взялось? Все очень просто. Я задал обычный вопрос, зачем он обманывает администратора, и это считается, вы не поверите, да, вопросом, который к жалобе относится. Вместо того, чтобы отвечать на этот вопрос, он бегал по админзоне и пытался найти еще какого-нибудь администратора со стороны. Чем и нарушил еще одно правило, правило коммуникации на жалобе. Этим он очень сильно мешал проведению жалобы. Я хотел ему просто объяснить, в чем его нарушение, и выдать срок. Срок был просто мизерный по сравнению с тем, что ему грозит сейчас.
Всего доброго, я выдаю вам наказание в виде Джайла. Я все Рок. Сказал. Ну все. Ага, все. Удачи, удачи. Удачи, когда тебя снимут с админки, чел. Угу, хорошо. Давай, а давай, у меня вопрос, давай. Я не знаю, давай. Может быть, я душным покажусь, но поскольку он дважды пытался обмануть, уже можно здесь считать 7.1? Обмануть? Ты просто не даешь мне объяснить ситуацию. На сервере нарушения обмануть. Не стакаются, если это не рецидив. У него Fear RP, Criminal Abuse, Ignoring, Cultural Communication и обман. Это что какой уже? МРБ? Обман? Ты мне ситуацию дай объяснить. Просто конченый. Оскорбление администрации плюс еще одно нарушение. Вы заработали, молодец. Тебя все равно снимут. Но это не отменяет того факта, что вы успели нарушить правил больше, чем любой другой новый игрок за считанный день игры дебил, на этом сервере. Ой, дебил. Вот видите, просто объяснить. Так, это... Можно ему спокойно уже показания выдавать. А, хорошо, то есть Джайл именно вот на такой большой срок он возможен, да? Или надо уже бан давать? Так, сколько у него нарушений? Ага, 5. Бан, удачи. Даже... Плюс 7. Просто 4. Не дает объяснить. Ты молчишь все это время, два господи. Два неадекватных админа просто. Плюс теперь правила общения почекаем. У него достаточно нарушений для бана. Просто два неадекватных админа. Объяснить просто не дают. Два дебила — это сила. Нет мозгов. Сейчас я чекаю точно вас... все правила, которые он нарушил. Бринджер, тебя снимут с админки, а Слейд тебе, наверное, не знаю, может, тоже снимут. Неадекваты. Это уже бан. Можете по максимуму выдавать ему? Меня хорошо. Просто разбанят, какой смысл? Ну так забаним еще раз, несложно. Удачи. Забанить после этого еще раз. Удачи, я за 10 минут нашел у тебя столько нарушений. Мне не составляет труда найти за, к примеру, сутки еще больше у тебя. У вас выходит 30 часов бана. Вы можете выразить ваше недовольство на форуме. Так, я освободился, а что дальше? Это на меня жалоба от кого-то или что? Чекаем демочку. Это он был, да. Далее. К стене. К стене. Убегает. Он сейчас моего друга откинул ни за что в первый матч. Вы издеваетесь? Это прикол какой-то. Можешь его, моего друга, колбаска, его сейчас разбанить. Ну, как-нибудь, я не знаю, кто-нибудь его может сейчас разбанить? С пермача. Угу. Бля, ну ты пиздец. Сейчас я кину туда. Нет, стоп, подождите, я сейчас кинул никнейм, который сейчас откинули, если что. Его админ нахуй сливает. Если что, забывайте. Если что-то будет выяснено, хорошо, если что-то будет выяснено, то разбаньте все. Спасибо, готов. Здравствуйте, у вас нарушено правило Fear RP. Какой Fear RP? Давай я расскажу. Вы не подчинялись требованию госсотрудника, причем несколько раз. Когда? Тогда, когда госсотрудник требовал вас стать лицом к стене. Бринджер, я сейчас кое-что тебя попрошу. Вызови сюда другого администратора, потому что с тобой общаться напрямую с тобой не хочу, мне с тобой душно. Тогда у вас будет новое нарушение игнорирования администрации и ее вопросов. Бринджер, подожди, вот сейчас я тебе без приколов говорю. Вызови сюда администратора. Я тоже без приколов говорю, я еще раз повторяю. У вас нарушено правило Fear RP. Зачем вы это делали? Как? Давай. Вы не подчинялись требованию госсотрудника, когда он вам угрожал оружием. Просил отойти от машины. Когда ты мне угрожал оружием? Просил отойти от машины. Ты мне угрожал только палкой, Ты мне угрожал палкой. Хорошо, может, с памятью хуёво, что-то все. У меня гамка есть, ты мне палку вышел. А вы уверены в этом? Могу пересмотреть. Ну, я тогда задам сразу вам вопрос, зачем вы обманываете? Потому что я прекрасно помню, когда я около машины стоял. Ну, видимо, память иногда дает сбой, и там я стоял с оружием. Меня, пожалуйста, я сейчас объясняю нормальную ситуацию. Ты меня просто перебиваешь из чего. Получается, смотри. Я когда стоял около машины, ты подошел ко мне, ты говоришь с палкой в руке. Ну, я не помню, но вроде бы ты был с палкой. Я точно не говорю. Я тебе сейчас могу сказать. Сказать то, что я могу пересмотреть дымку, а потом сделать свой вердикт, делали это или нет, было ли у тебя оружие в руках, да или нет. После этого мы
уже можем разобраться с этим, со всей ситуацией. Не вижу смысла пересматривать, потому что у меня демка уже открыта, и я вижу там, что я стоял с оружием. Поэтому давайте отбросим утверждение о том, что я ничем вам не угрожал. Нет, подожди. Я сейчас я не доверяю, потому что очень много доказательств. Доверяете вы или нет, меня особо не волнует. Подожди. Я говорю о том, что у вас там на демке будет видно то же самое. Меня вообще не волнует, смотрел ли ты демку, я хочу сейчас посмотреть. Хорошо, свою тогда демку. Я выдаю вам фир РП. Подожди, ты вообще глухой, я не пойму. Я прекрасно все слышу. Ой, вот я просто мечтаю, я вот слава богу, то, что тебя на просто понижение и снятие с админки посылают. Я вот буду очень рад, что тебя снимут, вот очень буду рад. Потому что ты себя неадекватно ведешь. А там, получается, у меня... Секунду. Да. По поводу вопрос какой? Вопрос, ну, у меня к нему, во-первых, вопрос, почему вопрос, ты так у меня без... Вопрос такой... Подожди, вопрос стой, не перебивай меня, гений, я сколько раз тебе уже говорю, не перебивай 7, меня, ты 4. Как собак... Да, вы так 300 так раз уже говорите на этой жалобе, я не могу сказать ни слова, один. Потому что вы постоянно кричите, не перебивай меня, я не могу говорить тупо из-за того, что вы вот так постоянно выкрикиваете. Вот так и вот, я нормально общался, ты мне просто начинаешь перебивать. Я играл... Выдайте мут. Я говорю о том, что я играл за профессию офицера полиции. Вот. И человек, который... Ну, давайте издалека, но вкратце. Человек достал оружие возле банка, я его за это арестовал. Но не из-за это, а за неподчинение, потому что сначала он убежал от меня, и человек на машине, ну, приметная машина, черная, там... определенной формы, вида, марки и так далее. Вот, он попытался меня протаранить, потом он уехал, когда уже понял, что не получится вызвать друга. Я пошел искать эту машину, нашел недалеко ее, стою, жду одобрения ордера, потому что надо выбить двери, чтобы кто-нибудь выскочил оттуда. А через тонировку не видно. Я дожидаюсь, пока, может быть, владелец придет. Приходит три человека, один из них уже улетел на 30 часов в бан. Вот, и вот он тоже там стоял. Я попросил отойти от машины абсолютно всех, кто там присутствовал, лишних, не являющихся госсотрудниками и не являющихся хотя бы примерно похожим на того, кто был за рулем. Затем у меня было оружие в руках, я отдавал, грубо говоря, приказ, чтобы люди отошли от машины. Они ясно сказали нет, и это есть у меня на демке, то, что они отказались выходить из машины. Кто-то из них, может, даже умудрился меня толкнуть, я не понял, правда, зачем. И в итоге за неподчинением я хотел его арестовать, приказывал ему встать лицом к стене, он от меня убегал. Убегал, как раз таки забежал в подъезд, и после чего его вытащили его друзья в наручниках, и я его уже повел в людное место, чтобы никто из них не мог мне, ну, чисто технически по правилам помешать, чтобы просто я спокойно завершил арест человека. Выбегает его друг, начинает теперь провоцировать меня, а теперь подожди. Выбегает его друг, начинает прямо на площади со мной стреляться, улетает на спавн, этот улетает в тюрьму. Потом его друг, который его защищал, улетел все-таки в бан на 30 часов. Ну и теперь я его сюда тэпаю, потому что у него нарушено фир РП, вот и все. Теперь я расскажу, как с моей ситуацией. Точно я не помню, но могу пересмотреть демку. Когда мы стояли около машины, у него была в руках палка. После чего я говорю, то, что я не буду отходить, он... Мне палка не по причине, причина не была выяснена. После этого я убегаю в подъезд, от чего я, не слышав и не видев предупредительного выстрела, вижу то, что стреляют прямо в меня. Я убегаю в подъезд. После этого меня заколот наручники, после этого переводят меня к этому данному кабрингеру. А потом он меня отводит, и дальше та ситуация, которая происходила, да, была ситуация правильной, которую он только что недавно рассказал по поводу моего друга. То, что он вообще начал его дамажить. Ну, вот. А по поводу того, то, что ты мне рассказал, то, что ты меня стрелял без предупредительного выстрела, не было такого, получается, что так сказать. Ну, я правильно понимаю, все-таки, Брингер, у вас какое оружие было в этот момент? Просто если у вас был автомат, то тут еще как бы будет обман. А так, потому что если у него действительно у вас был автомат, то у вас нарушено фир РП.
Просто поскольку у вас есть демка, условно, нарушение, вы можете спокойно выдать ему джайл. Если товарищ кусочек не согласен с нарушением, он может подать, точнее, с выводами администратора. Он может подать демку на форум. inf.com/QEJU9. Я не просто так спрашивал, уверены ли вы в том, что вы говорите, что я без оружия был. Я могу подождите, вам еще несколько раз говорил. Я не просто так сейчас скину ссылку в чат. Откройте, пожалуйста, и какого посмотрите. Какого хера ты меня перебиваешь, слышишь? Какого хера ты меня перебиваешь? Открой ссылку, посмотри. Я тебе сейчас нахер пошлю. Мне подожди, мне насрать, что ты сейчас админ, я могу тебя нахер послать. Хорошо. Потому что ты нарушаешь сам правила. Какие? Открой ссылку, посмотри то, что у тебя обман администрации. Открой ссылку, посмотри, открой, просто открой. Открой, что ты горланишь? Открой ссылку, посмотри, которую я скинул только что. Читариваш, истерик. Кусочек, будем общаться на нормальных тонах и вести себя адекватно, иначе я сейчас выдам вам гаг. Последнее китайское предупреждение. Нет, я нормально не буду общаться, потому что данный человек, который перебивает меня, он несколько раз до этого меня перебивал, и перебивал сейчас меня тоже несколько раз. Да если надо, еще раз тебя перебью, ты понимаешь? Нет, потому что ты несешь полную ахинею. Я уже заебался, если честно, вежливого админа играть, ну правда. Посмотри ссылку, которую я скинул. Там видно, что я стою с оружием. Поэтому я тебе третий раз уже задаю вопрос. Зачем ты обманываешь администрацию? Бля, что? Как я обманываю? То, что я видел у тебя в руках дубинку вместо оружия. Я тебе говорил, я не точно говорю. Значит, у тебя один глаз в глазнице, а другой в жопе. Раз ты видел только один вот отрезок, что у меня вот дубинка. Да, у меня дубинка была тогда, когда я тебя хотел оглушить. Но до этого я угрожал тебе оружием. И ты этого каким-то образом случайным не увидел и не запомнил. Интересно, почему? Ну, причина вышеописанная. Особенности у тебя анатомии твоей, да? Один глаз в глазнице, а другой я уже сам сказал где. В общем, подытожу, наверное. Брингер, если у вас есть демонстрация всего этого, то я предлагаю не затягивать, вы можете спокойно кусочка наказать. А вы... Если он не согласен, то пусть подает жалобу. Да, у меня есть демка. Ну вот, он говорит, что я был без оружия. Ну вот, посмотрите. i.inf.com/QEJU9. Просьба всем разойтись по домам и ждать дальнейших указаний. Да, я уже посмотрел скриншот. Вы как бы можете сами нарушение, за нарушение его наказать. Могу я наказать уже, смотрите сами. Да, давайте я уже, тут осталось-то. Я прекрасно себя, я на форум жалобу, то, что ты неадекватно себя ведешь на жалобу. Я себя предельно адекватно веду, с учетом того, с каким существом я сейчас вынужден общаться. Ну, я вообще посрать на тебя, мне посрать на тебя существо, ты не это тупо. Мне похуй то, что ты сейчас будешь смеяться, но ты просто обезьяна. А что, мне плакать, ты что ли? Ты не слышишь моих слов. Ну, я ж, ну да, если хочешь, поплачь. Иди к своей маме, ну, маме, вот, скажи, блин, мам, ну, меня как бы, меня, блин, как-то позвали. Можно поплакать. Да, да, да. Я скажу, что меня как меня оскорбил какой-то обиженный сын спидозной ебаной монобровью мадагаскарского происхождения, пиздец. Так и скажи. Я так и скажу. Я так и скажу, да. В шейку. Да, какую шейку, блядь? Какую нахуй шейку, придурок, блядь. Ты свою анатомию сначала выучи. С одним глазом в жопе как живется, дебил. Недоношенный, сука, хуесос, пиздец. На это тоже жалобу подашь, да? Выблядок. Ну, скорее. Ты сам нарываешься. Ты сам нарвался на такое. Нарвался нахуй. И что мне будет от долбоеба с ДаркРП? Что мне будет от долбоеба с ДаркРП? Ответь, пожалуйста. Кусок отсталой хуеты, которая не в состоянии правила прочитать. Ты, блядь, вообще буквы не воспринимаешь. О чем речь? Никчемный хуесос. Я вам выдал так, чтобы больше не продолжать. Вы можете ему еще также накинуть за культуру коммуникейшн этой 74. Да ладно. Ебать клоуна. Кусочек, я вашу жалобу закрываю, если у вас вопросов нету. Либо можем после этого пообщаться с Джейли. Иди нахуй. Я не пойму, либо тебе день банить меня, ну, то есть жарить, извиняюсь. Ну, либо ты так обиделся, не знаю. На что? На что? Я сейчас просто подсчитываю, сколько у тебя бан выходит, на что мне обижаться? Ну вот правда, вот давай хорошо, ты, возможно, чуть-чуть более адекватный, в отличие от своего друга. Может быть, ты мне скажешь, на что я действительно могу обидеться в компьютерной игре? Ну то, что тебе обсирают говном, и ты просто это терпишь, я не знаю. А кто сказал, что я терплю? Ну не знаю, по твоему характеру видно. По какому характеру? Ты в жизни просто тебя обсирают говном, просто поливают говнищем. А, так ты меня, кажется, в жизни знаешь, да? Угу. Угу.
Достаточно развернутый ответ. Ну, в общем, слава богу, что не пересекались. Жаль. А что такое пожарить? Я бы себе перцовка залил. Залил бы? Могу, если хочешь, фотку скинуть. И что, что мне фотка твоя даст перцовки? Ну вот что мне даст фотка перцовки? Ну, типа то, что ты не веришь, что у меня есть перцовый баллончик, и мне продадут его, я знаю, где вообще покупать. У тебя выходит бан за фир-РП, оскорбление родных, оскорбление админа и обман администрации и культурную коммуникацию. Насчет перцовки ты хочешь, ну, мне в жизни залить? Ну, я ж не возвращаюсь свое обратное слово. А, ну так не возвращаюсь этот город какой. Я просто с Москвы. Да, я скажу. Так я с Москвы. А, с Москвы, но я с Крым. А я с Крым. С Крыма? Так ехать-то сутки, может, двое, там, ну, около того. Не так уж и далеко. Не, ну у меня денег сейчас нету. Ну тебе же платят из-за админа. Ну ты же админом и тебе платят. Мне не платят. А ничего. При чем тут мне платят? Так ты... Ну, так ты этот, иждивенец? Ты типа немощный, ты не можешь заработать? Что? Ну ты на иждивении? Ну, мне... Инвалид? Ну я имею зрение. Нет. Безработный? Просто я не могу работать. Или ты было. В компьютерном клубе сидишь на 50 рублей оставшиеся, играя сейчас в Гаррис Мод? Нет, у меня есть замысел, компьютер прекрасный. Прекрасный? Но вместо этого ты сидишь в компьютерном клубе? Нет. Но ты же отходишь постоянно, ты постоянно ты бегаешь там, продлеваешь. Это твое мнение, мне очень насрать, мне все равно вообще насрать. Так, в смысле? Ты же сам убегаешь постоянно? Ну, я не знаю, может быть, ты админу там пососать бегаешь за лишние 5 минут, чтобы посидеть здесь. Я тебе могу просто вот так вот оставить включенный микрофон, ты никого даже не услышишь. Понятное дело, у тебя никого дома нету. Родители оба на работе. Мама на Крымском мосту сейчас нарабатывает клиентуру, а батя смотрит за тем, чтобы ее не сбросили дальнобойщики с моста. Не удивил вообще. Крутой микрофон. В общем, если захочешь приехать к перцовкой залить, давай. Москва или Крым, без разницы. Я тебе даже могу адрес сказать. Без проблем. Отлично. Давай. Москва, записываешь? Я должен, ну, этот шорох листиков подожди, услышать. Подожди, заметки зайду, сейчас подожди, заметки зайду. Да ты же недоразвитый, ты не умеешь компом пользоваться, ты удалишь мне нароком. Давай. Улица. Пиши, чтобы я слышал, когда ты по клавишам лупишь. Вдруг у тебя тремор, и ты промахнешь. Я по звуку могу понять, ошибся ты или нет. Братьям нашим меньшим нужно помогать, ты не забывай. Поэтому я как бы протягиваю руку помощи. Сейчас, давай. Улица. Говори. Сейчас. Дальше. Пушкина. Дом Колотушкина угадал. Да, угадал. Это вообще-то, ну, ты не знаешь, что ли? Ты быдло? Это еще доисторическое здание, дом Калатушкина. Ты вот думаешь, что это прикол, а на самом деле это не прикол, так что записывай дальше, я недалеко оттуда живу. Записываешь? Я не слышу. Тебе адрес даю. Ты либо записываешь, либо ты очкун доморощенный, которого мама не выпускает по ночам. Боится, что ты ее увидишь. Если сможешь, то можешь просто-напросто мне в ГДС кинуть адрес именно полностью. Так я тебе сейчас вот его говорю, чтобы ты записал. Или ты не можешь, у тебя руки не работают, или на всего лишь два слова рук хватило? Просто улицу напиши, гений. Улица Пушкина. Дом Сергея Колотушкина. Напротив него здание небольшое. Дом Обамы, подъезд твоей шалавы мамы. Записывай. Жду. Жди свои буточки. С костяшками твоих родителей. Жди. Да, да, с костяшками родителей. Да, особенно твои. Ну да, собаки ж нихуя не дают больше есть, да? Пиздишь что-то со стола, сразу пиздят, да, тебя? Палками. Да, ну тебя, я ж про тебя говорю, да ты, блядь, чуть ли не плачешь уже, закрой уже ебало и смирись с баном. 15120 минут у тебя бана выходит за фир-РП, 7.1 и 1.3, удачи тебе. Сколько бан? Пермач получается? Спермач, блядь, лови ртом, либо зови родных. Сдвинул пол континент ближе к Ростову. Не подвела чуйка, надо было сюда заходить. We'll be right back.